Всем привет! Кто смотрит этот ролик на моем Яндекс.Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Поехали, в принципе. Арма 2, буду играть первый раз. Собственно, едем. Русским языком все как надо. Богемия Интерактив представляет. Арма 2. Так, все права защищены. Стимовская версия. Покупал, когда по скидке была еще игра. Так, из сети мы выходим. О, а почему здесь все темно? Графика на максималке я выставил. Дай-ка я здесь посмотрю. Видеопамять. Все, короче, на высоких поставил. Если будет лагать, то чуть сбавлю. Так, одиночная игра. Одиночное задание. Компания здесь почему-то я не понял. Про компанию немного, ничего. А, компания это имеется в виду в пати играть. Одиночное задание это, судя по всему, сюжетка. Боевое крещение. Первое задание. Отряд морских пехотинцев отправится на остров Утес, чтобы поддержать высадку основных сил. Далее и поехали. В смысле? Не, давай по новой. Я просто тут запускался заново. Вот с этого момента я начинал. Я просто игру настроил немного. Игру настраивал. А что так с этим? Покачивание камеры как будто есть. Это как-то выключить можно? Или нет? Гамма-коррекция. Качество текстур норм. Да вроде все нормально выставил. Ну-ка на высокий, если поставлю. Получаю статус задания. Так, во. Так, наверное, лучше. Поехали. Нет, все равно какие-то эти есть. Прям это видно. Чтобы сесть в вертолет, наведите на него. На него указатель, появится значок кресла. Вращая колесико мыши, перемещайтесь по меню возможных действий. Выберите команду «Забраться в UH1Y» в грузовой отсек. И нажмите левую кнопку мыши. Так, ну нам сюда. Карта. Компас. Но на самом деле это просто интер вроде как нажать. Как я забирался? Я не помню уже. Так, вращая колесико мыши. Все. Прекратите огонь. Проследуйте за 6. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Брутальная музычка какая-то в начале. Оглядеться можно с помощью мыши. Нажимайте Enter, Num. У меня нум-лока нету. Чтобы переключаться между видом от первого и третьего лица. Нажмите M, чтобы открыть карту. M это карта, хорошо. G, чтобы осмотреть свое снаряжение. Эй, Винчестер, ты что, боишься? Не дрей, без поддержки не останемся. Козловский. Круто. Это даже лучше, чем шоу в Отере. Помнишь, как мы зажигали с австралийцами? Я без скальпов отсюда не уеду. Похоже, сопротивление мы не встретим. Козловский. А если кто и станет выступать, то, блин, покажем ему, кто тут главный. А если кто и станет выступать, то, блин, Эй, здесь главный я, так что заткни пасть, мать твою. Всем приготовиться к высадке. А как это мы тут оказались? Мы ж садились, вроде, все вместе. Так, 1200 метров. О. Судя по всему, текстура так замазана. Эдвард Джонсон.
Точность стрельбы зависит от положения тела, выносливости и здоровья. Присядьте или лягте на землю, чтобы крепче держать оружие. Зажмите зажать правую кнопку мыши, чтобы на время задержать дыхание. Ничего себе. Козловский. Было написано такими буквами, польскими как будто. Либо мне W всегда кажется польской буквой. В любой игре. Все, выгружайтесь. Я, кстати, русский язык скачал, русификатор. Если кому-то надо, переходим в Яндекс.Зен.Рутуб, там ролик уже есть. Играю, как искал первый раз, не смотрел ничего. Если вы ранены, ваши товарищи постараются оказать вам первую помощь. Тот, кто идет к вам на помощь, отмечен синей звездочкой. Если же ранен один из ваших товарищей, он отмечен красной звездочкой. То вы сами можете оказать ему помощь. Кроме того, вы можете отнести или перетащить раненого в безопасное место. Для этого вам нужно подойти к раненому, выбрать соответствующее действие в меню. Готов. Второй, третий, готов. Сохранение игры само все делает. Развернуться в линию. Все, в огонь. Это кто? Направляйтесь на дерево. А это кто? Используйте меню действия, что взаимодействует с объектами, и используйте снаряжение. Нажмите, чтобы вызвать меню. Это у меня закрывает. Если с объектом можно было какое-либо действие, то появится значок из этого действия. Доброе утро, мэм. Ой. Я не хотел его убивать. А, надо было на мышку. Мирные жители должны пострадать в ходе операции. А можно я перезапущусь? Я не хотел его убивать. Сорян, брат. Чё там? Мочится уж, что ли? Захватить взлетное поле, захватить деревню. Рядовой Козловский. Чё Козловский? Не хочу быть Козловским. А заново начать это что значит? В смысле? Все, я проиграл, что ли? Не понял. Я нажал кнопку далее, и все, меня выкинуло в меню. Ничего не понял? Сейчас постараемся понять. А, во-во-во. Все, я случайно. Move. Захватить позицию. Погнали. Все, не докапаемся до этих жителей. И ты чё так медленно ползёшь? Кстати, он сам бежит, если что. Я вообще не бегу. Походу, он в гору так долго лезет. Ибо с этой стороны гора какая-то слишком жесткая. А я нашел способ. А я могу выключить вот это размытие жесткое? Размывает прям вообще не по-детски. Прям фу, противно смотреть. Здорово, Коля. Фильтрацию может отключить. Может, это она делает? Анти-апиасинг. Вот, может, вот это включить еще. О, вроде получше стало. Это противник? Он упал. Впереди 50 метров противник. Человек. Ваша цель, стрелок. Готов, поехали. Нажимайте 0, чтобы переключить между... А как? Противник, санин, инструктор далеко впереди нас. А чё прыгать вообще, чел у меня может? Принято. Пацаны, научите... Ебать, калитку открыл. Лёг. Братишка, дай пройду-то. Блять, че за игра, нахуй, прыгать нельзя. Че за бред. Нажмите нум, чтобы свободный обзор был включен постоянно. Ебать, шо я купил? Че за игра? А, вон цель. Там где-то. Бля, как же это вообще невозможно играть. У меня глаза, блять, вытекут сейчас. Размер интерфейса, качество теней, качество объектов.
ландшафт очень высокий ставлю, все. Вот эту хуйню выключить попробую. Может, она мылит глаза. Мыло прям лютое на глазах. Не знаю. Нет, еще мыло больше добавилось, как будто. Я могу просто идти медленно. На шифте можно идти. Там чел где-то. Противник человек. Очень далеко впереди нас. Почему человек? Ой. Enemy. Machine gunner. And man. 2 hours. Front. Close. Five. Engage that. Machine gunner. Going weapon on. Hostile down. Это свой? А, вот он. Enemy. Man. 2 hours. Front. Ебать, меня ранили, пацаны. Ебать, что за игра нахуй? 2009 года игрушка еще. Get me a Corman now. Enemy. Man. Far. In front of us. Нажмите вы, чтобы перешагнуть через невысокую стену. Окажите медпомощь. В зоне на 11 часов. Пацаны, помощь нужна, халпа. Где вы? Где вы? Нет. Помощь нужна, пацаны. Меня что, спасли? А, я могу ползти. Еба. Веду бой. Пацаки, помощь нужна, меня кто-нибудь спасет? Я могу как-то сказать? Ранен, во. Или нужна помощь? Связь. Пацаны, ранен, помощь нужна. Я могу сам как-то захилиться? У меня на G этот есть. А, я могу стрелять. Ваша цель там. Убил, что ли? Мне походу хуй кто поможет. У меня хуй забил. Enemy APC 2 out front. Reaper 4 to Battlemage. Force me close air support near Ultra. Так, подожди, синий, это значит, что бежит ко мне вроде, да? Синий, давай, беги, 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 пулеметчик. Батер, это противники? Пацаны, в спину ебашу. Все, помощь нужна. Нужна халпа, брат, давай, давай, беги до меня, блядь, главное, спаси меня. Давай, пошла жаришка. А перезарядка? Блять, убили нахуй пацана. Словил пулю. Я ранен. Четвертый словил пулю. А, там все умерли, серьезно? Блять, можно откатить миссию? А, я, кстати, новобранец выбрал. Блять, тут вообще ничего не понятно, короче. Вообще нихуя не понимаю. Ваше продвижение будет потеряно. Да. Короче. Тут и сохранение непонятно, надо управление смотреть. По поводу игры. Блять, что-то я хотел сказать и забыл. Нихуя непонятно пока что. Чё, как вообще? Всех моих положили. Как сохраняшки нажимать? Перебежать, встать. Сообщить о цели. Ебать здесь кнопок. Ёбаный в рот. Охуеть. Как же тут много кнопок. Автозависание. В смысле? Сдаться.
Походу через менюшку вот так сохранить игру, наверное, надо только. Вот это покачивание камеры, это прям раздражает жестко. Можно через... О, настройки игры. Субтитры, радио, кровь. Плавная область. О, движение головы, ну-ка. Давай-ка попробуем вот так вот. О, ебать, я сделал. Все, сейчас заживем, мужики. Захватить позиции. Вот там чел вон. Где-то там. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня уже все. Я уже наигрался. Меня уже завалили. Опять, я на новобранце играю, меня уже завалили. Че за бред? Это как так вообще? Че за дичара? Иди, я прикрою. Братишка, помоги. Я в ахуе. Меня уже ёбнули опять. Так. Ой-ой-ой. Пошла жара. Эй, алло, ёбки. Помощь нужна. Нихуя не понимаю пока. Где ёбаный медик? Алло, блядь, у ёбки. Помощь будет, нахуй, нет? Твари ебать. Бля, никто не идет помогать. Чё за хуйня, блядь? Бля, не, игра мне уже не нравится, нахуй. Долго я в нее не поиграю, походу. Походу я буду сейчас перезапускать стримы и играть другую какую-то игру. Пиздатую. О, идет, идет, тип. Алло, бестолочь, давай быстрее беги. Блять, меня тип завалил, который не видел вообще. Что за хуйня, блядь? Если вы лежите на земле, что, покатиться можно? Нажмите Q и E, чтобы наклониться. Двойное нажатие фиксирует ваше положение. Или чтобы покатиться, если вы лежите на земле. Давай, брат, блядь, беги нахуй. Быстрее. Я могу здесь пролезть? Как маленькая мышка. Нет, не могу. Блядь, тебя чё, сбрили, что ли? Перепрыгивай. Ты куда убежал-то, блядь? Помогай мне, бестолочь. Я ебал, я доползу, короче, сам. Идите нахуй, придурки. Синий же помечается, который помогать идет мне. Че он меня киданул? Ты мне поможешь? Алло? Помогите! Сука, он, блядь, клоун ебанутый. I'm hit. Я умер, что ли? А, все, я прям уже с концами, да? Ладно, я понял. Так, сохранение ж вот это. Да. Короче, если меня попали, я ебал. Лежать не надо. Надо сразу сохраняться, перезапускаться, блядь. Потому что там долбоебики эти, они добегут до меня. Им похуй вообще. Бля, я вроде новобранца включил. У меня же сложность новобранец. Настройки игры. Кровь. Сложность. Новобранец я поставил. Дополнительная броня, указатели на противниках. Давай поставлю. Автоотчет. Супер. Автоприцел давай еще поставлю. Союзные войска можно... Ну-ка, давай эксперта я поставлю. А вражеские войска новичок пусть будет. Окей. Окей. Нихуя туда ж такое настроить можно. Офигеть. Ладно, погнали. Так, на В мне сказали прыгать. Ебать, на В прыгать это просто гениально. Фига, моих вроде больше стало, нет? Чисто хочу посмотреть... О, пока ВХ легальная. Не, игру реально не пойму пока вообще ничего.
А, он, то есть, даже в движении не может этот? Серьезно? Он в движении прыгать не может, приколитесь. А, это такая тема. Че, попали? Тут чел вроде был. Сохраняем игру. Почем купил арму? Я вообще не помню, дядь. За сколько брал ее? Может, рублей 30. Это эти овечки, что ли? Ну чё-то я вообще не пойму про арму. Чё, да как вообще? Вижу, да? О, это овечка. А где противники-то? 25. А, вон цель. Вижу цель. Мув. Это надо. Кто стреляет в меня? Убил, что ли? А, вон он. Ебать. Я не попадаю в него или чё? У меня же автоприцеливание поставлено. Ебать, у меня автоприцеливание. А, это вот этот тип. Взять АК. А как взять? Давай АК. Cover me while I reload. Enemy machine gunner. Two out. Front. Far. Two. One. Engage that machine gunner. One. Two. Engaging. Так, давай возьму обратно. У этого прицел был. А, это хуйня. О, убили что ли его? Нихуя он в упор ко мне подошел, приколитесь. Козио. Так, а где еще враги? А, вон вижу. Ебать. Enemy man. Two out. Front. Far. Enemy machine gunners. Two out. Front. Far. Блять, Call of Duty вторая часть какого года? Блять, и то стрельба лучше. Все, мне пизда, я умер нахуй. Вы погибли. Блять, короче, вообще непонятная игруха. Реально. Че, блять, ебать тут стрельба нахуй? Вы че, гоните? Я, блять, сука, на этом Тетрисе, блять, и то лучше сыграю нахуй, чем в эту игру. Вообще непонятная стрельба какая-то. Че за хуйня? Я в ахуе. 2009 года игра, блядь. Это же позорище просто ебанутое. Это, блядь, позорная хуй. Я хуй знает, как в это играть, серьезно. Блядь, реально, колдак вторая какого года, нахуй? Она и то пизжи. Там стрельба лучше намного. А это прям вообще какая-то залупа. Это реально мусорка какая-то, а не игра. Это как будто сырая игра, бета-версия какая-то. Все, я умер нахуй. Там противники, чтобы вы понимали, эти. Где? Новички, а меня тип с трех пуль вырубает. Короче, ебал я в рот тогда эту игру. Бля, я думал, что-то нормальное. Мне она поначалу не понравилась. Когда я даже там посмотрел пару роликов для понятия вообще, что это за игра. А это прям вообще хуета полная. Ебать, хорошо, что я не купил эти дальнейшие части. Ебать, я посмотрел на первую часть. Если во второй такая хуета происходит. Чё там было бы на этом вообще? В первой части. Вот мне сейчас чисто ради интереса. Call of Duty 2. 2005 года, блядь, игра Call of Duty, сука.
шутер от первого лица. Она лучше, чем арма вот эта вторая, блядь. Это просто пиздец какой-то. Просто параша ебаная. 2009 года игра, пожалуйста. 2009 год, нахуй. Это просто хуйня, серьезно. Как это играть, блядь?